На территории исторического парка «Россия. Моя история» в Махачкале планируется установить указательный столб с названиями городов-героев, получивших почетное звание во время Великой Отечественной войны. Вершину столба высотой в 5 метров будет украшать пятиконечная золотая звезда с надписью «75 лет». Всего будет 13 стрелок с названиями городов-героев. Они будут размещены с приблизительным разворотом в сторону города, на который указывает.